Всем привет, меня зовут Руслана, моя собака Лили Ван Таут. И в общем, сегодня мы едем за собакой. Но за собакой не мне, не нам, а моему дедушке на день рождения. У него завтра день рождения. Сейчас покажу вещи, которые остались некоторые мишины, которые он не играется. Это мячик, у нас целый корзин теннисных мячиков. Один я ему взяла. Это лабрадор, будет щенок черного краса, мальчик. Потом зубной гель для зубов. Такая игрушка, она была у меня в покупках из магазина, Миша в нее не играет. И лакомство для дрессировки такие разные. И еще вот такой пледик, чтобы на чем-то его надо было вести, ну, держать на руках. Мы сейчас поедем, в общем, встретимся с заводчицей и заберем щенка. Ребята, вот я сделала целый пакет, все, что нужно, этому щенку, там два шведерки еще поедут, купят ему ошейник поводок, это там лампа светит, сейчас пойдем к Мишке, может, он будет его плохо видно, и знаем, что вообще не будет видно. Скорее всего, вам ничего не будет видно, но там Миша сидит. Так, а пока что мы направляемся к вольеру, ой, к машине. Так, мы идем, уже подходим. Так, вот уже чуть-чуть света, уже что-то хорошее есть. И мы будем возьмем на первое время корм верный друзья, который у нас был. Вам как вы помните, блин, вам вообще ничего не видно. Ребята, я включила вспышку, я догадалась, как это сделать. В общем, это пакет, а вот этот корм верный друзья. Может, вообще звучит слышать, как Миша гавкает, просто он меня увидел. Вот верные друзья, это на первое время корм, 5 килограмм. А потом они, скорее всего, будут кормить кормом Фокозор. Ну, я им посоветую. Фокозор, это просто, ну, это дороговато для них. Вот, единственное, а для нас это просто нормально. Так, вот они все вещи, и сейчас скоро мы пойдем садиться в машину. Ребят, а пока есть время, давайте я вам покажу Мишу. Вот мы подходим к вольеру, вот два глазика его светятся. Вот мой Мишенька. Вот, думаю, вам его видно. Ой, мальчик хороший. Он подрос, он очень большой стал. Вот он. Он, короче, на меня запрыгивает, у меня 1,60 м рост. Он на меня запрыгивает, он вот, если я стоит на задних лапах, он вот, моим ростом. То есть он полностью за мои плечи хватается, и вот голова его и моя одинаковым размером. Мишка, Мишка. Пока, скажи, пока-пока. Скоро приедем. В общем, ребят, мы сейчас уже едем в машине и скоро будем забирать собаку. Ушастика подарим дедушке. Ушастик, его Хайди зовут, мам. Ну, я, да, Хайди.
Нет, мой. Здорово. Мальчик. Давайте. Мальчик. Да. Сейчас он уже засыпает. И все, пока-пока-пока-пока!